Сергей Александрович, расскажите, пожалуйста, где мы сейчас находимся, что это за конюшня, почему забор раскрашен в такие цвета? Ну, мы находимся на территории Кабардинского конного завода, вот, Аникеева. Здесь, на этой конюшне, находятся жеребцы-производители, которые сейчас работают, у них самая сложная, ответственная пора. Сейчас они находятся в косяках, на случке. Вот. А на зиму сюда ставятся лошади, жеребцы, и молодняк, перспективные жеребцы, то есть трехлетние, а дальше уже идет с ними работа. Ну, раскрашена, это левада называется, где гуляют лошади, они пасутся. Вот. Но раскрашены в наши цвета, пускай знают, что здесь Россия, российский флаг, наш триколор. Вот. Я прихожу с утра, мне приятно, а люди приходят, им еще приятнее. Вот, они думают, что по такой вот природе, где мы находимся, шикарно, они где-то на Сицилии. А посмотрят на это, на ограждение, нет, наша, российская, и сразу им приятно. Когда поставили эту конюшню? Ну, уже мы лет 8 здесь. Сергей Александрович, давайте поговорим про конюшню. Ну, это конюшня, это мой проект, ну, в общем-то, стандартное такое помещение. Конечно, 12 голов лошадей, больше в принципе не надо, потому что у меня там 10 жеребцов, 2 дневника как бы в запасе. Вот, но она выполнена из дерева. Единственное, что здесь не очень в стандарте, полы глинобитные. Сергей Александрович, расскажите, пожалуйста, про полы. Ну, тут это глинобитные полы, они, на мой взгляд, самые лучшие. Почему? Значит, они гигроскопичные, вот, лошадь оправляется, как правило, в одном месте, очень легко убирать, следить за дневником. Они из глины, глину за 50 км отсюда привозили эту глину, значит, все выбирается, вот такой слой глины кладется, под глиной у нас находятся камешки типа там щебня, вот, и поэтому раз в два года подтрамбовываем, то есть где там выбита ямочка, там обычно возле кормушки бывает, или посередине, где лошадь оправляется, опять подтрамбовываем, раз в 4 года меняем это полы. Вот сейчас лошадей здесь нету, но вот это вот опилочки засыпаны, это на тот случай, если вдруг надо будет поставить, а у нас уже денечок готовый для приема лошади. Значит, ну, стенки у нас деревянные, все деревянное, кормушка деревянная, вот. Специально мы, это кормушка под концентраты, то есть подавилась, сено кидаем в дальний угол, специально я не делаю кормушку под сено. Почему? Вот, некоторые думают, хорошо, там вот сеном, сенная, да нет, нехорошо. Дело в том, что когда лошадь наклоняется, она растягивает спину, мышцы спины, вот, мышцы шеи, вот, это очень хорошо сказывается на ее здоровье. То есть если лошадь кормим и тренируем. Да, да. Если лошадь с поднятой головой, у нее напряжение в спине, ущемление мышц, то есть ущемление нервов и проблемы. То есть лошадь должна все-таки наклоняться, это своеобразная гимнастика. Это естественная, естественная. То есть гимнастика. В природе же она, да, с земли берет. Да, да, да. И единственное, что ты вот сено, значит, она частично сено ходит под копыта там. Вот, но здоровье лошади дороже. Пускай что-то уйдет там под копыта. Здесь тепло за лошадей. Тут не бывает конденсата, то есть не капает сверху. Здесь у нас сделана скважина, то есть водопой, все. Специально не делаем водопой с поилками. Почему? Потому что нерадивый. Ну, человеческий фактор может сыграть такой, что если лошадь пришла горячая, а он забыл перекрыть кран, она напилась, а пой заболела и так далее. Ревматизм. Вот. Ну а тут поем из ведра, то есть у нас накопитель есть, я оттуда взял водичку, привез, скважина своя пробуренная. Вот так, а тут же фуражная находится, где овес находится. Там. Фуражное это помещение? Фуражное помещение, где хранятся концентраты.